Сегодня мороз. Дизелек я завел. Сейчас, потому что ехать за соломой. Работает. Так. Всем интересно. Мне самому интересно, что там как лайма. Наша ненаглядная королева красоты. Я взял вкусняшки, как всегда. Чтоб перебились. Так, что они-то залетали тут, вороны? Соболь, это непорядок. Ты что их не гоняешь? Не прыгай! Не прыгай, сказал! Что это за поведение такое? Разбаловался. Танька вас научила. Так. Лайма лежит клубком, я уже заметил. Значит, все, она и греет. Так, первый пошел. Может, еще нет. Прекрати прыгать! Иди. Уйди оттуда! Она, наверное, еще рожает. Воды отошли, он все мокро. Лайма рожает еще. Уйди! Ну, пищат там что-то, пищат. Самые роды. Лаймусь, рожаешь? Сейчас я солому привезу, Лаймусь. Вот попали прям самые роды. Ну, кто-то там уже пищал, я слышу. Тяжело тебе, да? Ушли отсюда оба! Вот отошли. Ну все, вот она рожает. Сейчас, Лайма, я поеду за соломой. Пищат. Один точно пищит, слышу. Тяжело. Сейчас, Лайма, я пойду за соломой. Так, аглоеды. Что ты щелкаешь зубами? Да что ж ты нападаешь на меня? Так, Лайма, может мне тебе отсюда сейчас я тебя укрою одеялом? Ушла отсюда! Блин, да что ж такое-то, а? Нервы они будут потрепать. Ну вот она, одеяло сгребла. Пока один давай. Тяжело тебе, я знаю. Первый есть, да? Ушел отсюда! Не нервничаем. Сейчас я тебе... Я сейчас соломы поеду, привезу. Давайте закроем. Вот так вот все. Да, не нервничай.
дышите здесь. Сейчас. Вон ты его, да? Ушел отсюда! Да что ж такое-то, а? Пришел с девочкой, да? Урожайте. Я поеду делами заниматься. Я вот вход загородил. Все. Вход загородил. Сейчас вам будет тепло там.